Всем привет, с вами Ольга Чернова. Как и обещала, пришла показать, как я зажигаю ночью свечи в теплице. У нас на улице 0 градусов, снег идет 12 часов. И вот я вчера и сегодня зажигаю в теплице по 3 свечи. Они повышают температуру в теплице на 3 градуса. Это немного, но все-таки. У нас на улице 0, в теплице необогреваемой всего 5 градусов. Вот свечки поднимут до 8 градусов. Это немного, но все-таки помидорам будет легче. Я никуда убрать их уже не могу, не прикрыть, потому что они сильно разрослись. Вот единственный выход – зажечь свечи. Если они немного помогут, значит будет хорошо. Если не помогут, будет плохо. Но вот на 3 градуса они повышают температуру. Это уже все-таки. Горят они, если я их зажигаю, горят всю ночь. Сегодня утром пришла одна свеча, еще даже в 8:30 горела. Будем вот так перебороться как-то с холодом. Не знаю, видно вам или нет, ставлю на дорожку 3 свечи обыкновенных. Они всю ночь горят, так как теплица замкнутое пространство, тепло никуда не девается, повышается на 3 градуса. У нас очень холодно. Все, до свидания.